В синих водах Иссык-Куля растворились небеса. Красота вокруг такая, что пером не описать. Позитива просто море, впечатлений через край. Мы попали в Синегорье, так похожее на рай. Синегорье, где выходят окна в яблоневый сад. Синегорье, и цветы кругом, куда ни кинешь взгляд. Синегорье — это праздник, это всюду детский смех, и, конечно, эта радость щедро делится на всех. И сюда приехать стоит из любого далека, чтоб хоть раз увидеть эти в синем небе облака, чтоб смотреть на эти горы, взгляд не в силах оторвать. И еще по Синегорью, чтобы просто погулять. Синегорье — это дружная, веселая семья. Синегорье, и хочу еще сюда приехать я. Потому что здесь душевно от сердечной теплоты, потому что здесь волшебно от волшебной красоты. Все тут сделано с любовью, все тут сделано с душой, и поэтому любому в Синегорье хорошо. Я ни с кем не стану спорить, но хочу предупредить: если не был в Синегорье, значит, нужно в нем побыть. Синегорье — это место, где встречаются друзья. Синегорье, если честно, то в него влюбился я. Потому что здесь душевно от сердечной теплоты, потому что здесь волшебно от волшебной красоты. Синегорье — это добрая, веселая семья. Синегорье, если честно, то в него влюбился я. Потому что здесь душевно от сердечной теплоты, потому что это место, где сбываются мечты. Спасибо. На самом деле, да, туда люди приезжают, после того, как они поотдыхали, на следующий год они туда приглашают своих друзей, потом те друзья еще своих друзей приглашают. Там, на самом деле, очень душевная обстановка. Ну как, можете считать это рекламой, нет, но это вот от всей души. Я туда, правда, еще хочу.